Привет, друзья! Я Наталья Димча. Мы, команда LoveMD, запускаем новый проект Love о главном, в котором мы будем рассказывать о важных событиях и основных темах недели. Мы размещаем нашу информацию на платформах love.md. Если вы еще не подписаны на нас, сейчас самое время это сделать. Ссылки на наш аккаунт вы сможете найти в описании под видео. Вот уже несколько месяцев примар муниципе Чидерлунга Анатолий Топал говорит о проблемах на конеферме «Ад Пролин». Это случилось после увольнения его бессменного руководителя Константина Келиш, который с первых дней основания предприятия был там. По словам Анатолия Топал, проблемы испытывает кониферма с финансированием и с кормами. А упущенная возможность привлечь 25 миллионов леев еще более усугубила сегодняшнюю ситуацию. Градоначальник надеется, что Народное собрание Гагаузии все же передаст на баланс примари муниципе Чидерлунга предприятие, и им удастся улучшить ситуацию и завершить важный проект не только для Чидерлунги, но и для всей автономии. Если говорить про Ад Пролин, к сожалению, мои опасения, о которых я говорил, и говорил несколько раз, за это меня критиковали, и он в том числе критиковал, не только он, скажем так, подтвердились, и проект к началу сентября завершен не был, директора они не нашли, один работал один день, другой три дня, третий семь дней, и сегодня его директора конюх. И конюхи увольняются. То есть ситуация на предприятии ухудшается. Есть проблемы с кормами, есть проблемы с финансированием. И я делаю очередной прогноз официально. Вот я делал прогноз, что к началу сентября ничего не будет. Что в декабре месяце при утверждении бюджета Гагаузии они просто примут решение Народного собрания о том, чтобы передать предприятие на баланс муниципальных властей Чидерлунги. Тем более такого рода обращения неоднократно мы принимали в адрес Народного собрания. И я думаю, что я очень надеюсь, что до декабря месяца там ничего еще худшего не случится на данном предприятии. Мы готовы данное предприятие взять на баланс, развивать. Очень плохо, что мы второй этап, который был по задумке того прошлого исполнительного комитета, что следующий этап будет подаваться через агентственное развитие, где можно было привлечь еще 25 миллионов лей. Поезд ушел, эти деньги потеряли. И ни примар Анатолий Топал, никто уже не сможет все вернуть назад. Нужно будет уже искать других партнеров, другие фонды, где мы могли бы привлечь средства для того, чтобы завершить создание хорошего туристического комплекса на базе предприятия «Ад Пролин», где лошади остаются в центре. То есть все эти направления, которые там планируется развивать, все крутится вокруг лошадей. Я уверен, что мы найдем и директора компетентного, который сможет управлять данным предприятием, и сможем более эффективно это предприятие развивать, не даст ему просто потеряться. И вот эти слухи, которые уже ходят, и они имеют какую-то небольшую уже, скажем, под собой почву, что в Камрате планируется аналогичное предприятие построить, да, или открыть комплекс. То есть для жителей Чидерлунги это очень больно, и мы бы не хотели, чтобы мы дошли до этого. Пускай будет параллельно и в Камрате строиться, но чтобы мы наши готовые предприятия сохранили и смогли развивать, а это только сможем сделать мы. Конно-спортивный комплекс «Ад Пролин» находится на балансе исполнительного комитета и финансируется из бюджета автономии. Ежегодно на его содержание выделяется чуть более 1 миллиона леев. Начальник агропромышленного комплекса Гагаузии Сергей Ибришим на заседании муниципального совета в Чидерлунге сообщил, что ферма испытывает нехватку финансов на содержание лошадей. В среднем, в принципе, на лошадь необходимо 47 лей в день. К сожалению, у нас не все эти средства денежные есть, и потому что финансирование на 2024 год составляло 1 068 000. Этого мало на 49 лошадей, тем более, если фонд заработной платы составляет 73 тысячи на работников. Понимаете? И, конечно, мы ищем через лидеров на корма для этих лошадей. Но самая большая проблема в том, что помимо этого количества, большая часть кобыл, они находятся как бы в жеребьевом состоянии, то есть они беременные, и, соответственно, их надо кормить в два раза больше. На сегодняшний день нехватку финансов испытывает не только кониферма «Ад Пролин». По словам депутата Народного собрания Александра Тарановского,
В Гагаузии существует кризис бюджета. И это неизбежно приведет к тому, что будут сокращены и другие программы в нашей автономии. Бюджетный кризис в Гагаузии, он же дает о себе знать. То есть сейчас вы абсолютно верно говорите, можно разными словами прикрываться или финансовыми терминами. Из программы по поддержке людей в отопительный период, которая, бюджет которой составлял более 40 миллионов леев на 2024 год, изъяли уже больше от 10 миллионов леев для того, чтобы выплатить зарплату социальным ассистентам. Это говорит о том, что наступающая зима, наступающий отопительный период, нету денег в бюджете для того, чтобы платить те компенсации, которые... И они не появятся, мы видим тенденцию. А как они появятся, если такой плохой тренд в бюджете? То есть, скорее всего, еще и другие программы начнут сокращаться. Просто пока это не называют своими словами, а просто говорят о том, что мы с одной программы перекинули средства для социальных ассистентов. Депутат Народного собрания Гагаузии Николай Дудогла также рассказал о проблемах и причинах, связанных с дефицитом финансовых средств в бюджете автономии. И вот на чем он заострил свое внимание. Все знают, что в бюджете средств не хватает. После того, как в начале года была попытка снятия НДС с бюджета Гагаузии, шли несколько месяцев суды, пока Конституционный суд не принял решение. Многие предприниматели, довольно-таки сильные предприниматели, зарегистрировались уже за пределами Гагаузии, поэтому налог с юридических лиц, НДС, как говорится, не идет. Не идет по том объеме, который шел, он идет с отставаниями. Еще несколько налогов, и он, ну, поговаривает, что у нас, я знаю, что 1 050 000, а, ну, некоторые уже говорят, что он достал уже до 100 миллионов, которые не хватает в бюджете. Да? Теперь у нас сентябрь, октябрь, обычно даже будучи от примара, я знал, что в это время бюджет очень сильно рос, ну, сельхозпродукция начинается реализовываться, но у нас вот эти дожди сейчас прошли, которые ударили по винограду, ну и многие другие проблемы. Поэтому я не знаю, выполним мы бюджет или нет. В прошлую пятницу, 27 сентября, посол Европейского Союза в Республике Молдова Янис Мажейкс посетил Камрад и дал эксклюзивное интервью нашему информационному порталу lav.md. Дипломат затронул важнейшие темы, касающиеся будущего Республики Молдова. Он раскрыл ключевые моменты, связанные с процессом евроинтеграции нашей страны. Он рассказал о важности референдума для Республики Молдова, для наших граждан, отметив, что результаты плебисцита дадут ясность в направлении Молдовы. Референдум – это возможность. Возможность для граждан Республики Молдова сделать свое волеизъявление. Но не менее важно то, что иметь ясность. Сколько то, что я замечаю, что для молдаван ясность – это одна из тех вещей, которые часто в жизни не хватает. И я думаю, что результат референдума может дать ясность о направлении страны, поскольку в случае позитивного ответа на референдуме, если будет ясно, что граждане Молдовы желают продолжать это направление на то, чтобы страна стала полноправным членом Евросоюза, то будет просто понять, как страна будет продвигаться дальше. Поскольку вы уже являетесь кандидатом на членство Евросоюза, начаты уже переговоры о членстве, сейчас идет процесс скрининга, где у нас уже есть расписание календаря до конца следующего, ну, второй половины следующего года. И то есть в этом случае нам будет ясно, как мы движемся дальше. Друзья, вы знаете, что 20 октября пройдет референдум, и в тот же день состоятся выборы президента страны. Наша команда LAV-MD запускает процесс дебатов, в которых мы будем обсуждать с кандидатами на пост главы государства многие вопросы. О том, как будут проходить дебаты и кто из кандидатов уже изъявил желание поучаствовать в них, мы поговорим с директором информационного портала Виталием Гайдаржи.
Привет, Наталья. Ну, во-первых, хочу тебя поздравить с дебютом на LoveMD. Надеюсь, что аудитория оценит наш новый проект и новые эксперименты с контентом для того, чтобы он, чтобы тот контент, который мы производим, был более доступен для нашей аудитории. Да, действительно, мы хотим организовать 4 тура дебатов преддверии президентских выборов совместно с информационным порталом TUKMD из Таракли. Идея заключается в том, чтобы дать возможность кандидатам на должность президента высказать свою программу, задать друг другу вопросы, в том числе ответить на вопросы модераторов. По нашей задумке, это должно способствовать тому, что жители автономии, жители страны, которые наблюдают за нашими платформами, смогли более четко и конкретно сделать свой выбор в пользу того или иного кандидата или конкурента на этой избирательной кампании, для того, чтобы выбрать, наверное, самого достойного из тех программ и обещаний, которые дают политики. И будем надеяться, что тот кандидат, который выиграет, будет исполнять свои обещания, потому что в Молдове всегда с обещаниями политиков возникает много проблем. А что касается правил дебатов, то они у нас очень несложные, потому что в первую очередь кандидаты должны быть уважительны друг другу, не перебивать, в общем-то, не прерывать, не призывать к насилию или каким-то агрессивным действиям, не выступать против государственного строя Республики Молдова. И, в общем-то, это достаточно простой набор правил. Что касается участников, то объявления и правила дебатов опубликованы на нашем ресурсе, сайте LoveMD, и все кандидаты, которые заинтересованы в участии в дебатах, смогут с ними ознакомиться. Единственное, что мы оставили за собой право определить, что объявление и приглашение является публичным. Соответственно, мы его опубликовали на всех наших платформах, и заинтересованные кандидаты должны до 24.00 8 октября подать на наш электронный адрес, который указан в этом сообщении, заявление со своими контактами и готовностью участвовать в дебатах, и в том числе, что они соглашаются с правилами, которые опубликованы на нашем сайте и на информационном портале ТУКМД. После 8-го, исходя из количества заявлений, мы организуем жеребьевку, из которой будет понятно, кто из кандидатов попадет в какой из туров дебатов, потому что возможности нашей студии позволяют одновременно усадить за стол дискуссий, скажем так, троих участников. Соответственно, будем исходить из того, сколько будет заявлений. Те кандидаты, которые не успеют вовремя подать заявление, то есть до 24.00 8 октября, они не будут допущены к дебатам, то есть это тоже нужно помнить. И дебаты будут организованы на русском языке, потому что аудитория и ТУКМД, и LoveMD преимущественно в своем говорят и читают на русском языке. Эти дебаты стали возможны благодаря поддержке со стороны Европейского фонда демократии. И я надеюсь, что кандидаты проявят интерес к ним, потому что сегодня очень многие средства массовой информации в силу разных обстоятельств отказались от освещения избирательной кампании, я имею в виду традиционные СМИ. Поэтому думаю, что не такая большая возможность будет для жителей автономии и страны увидеть дискуссии кандидатов лицом к лицу, как говорится. Хочу сказать, что дебаты будут одновременно транслироваться на платформах LoveMD и на платформах TUKMD, и поэтому многие жители юга страны и Молдовы смогут на разных этих платформах увидеть эти дебаты. Поэтому будем ждать 8 числа и 9 уже будем понимать, кто из кандидатов не боится дискутировать между собой и задавать друг другу вопросы. И надеюсь, что мы сможем организовать эти 4 тура, и они помогут нашей аудитории, аудитории ТУКМД, сделать правильный выбор 20 октября 2024 года на президентских выборах. Спасибо, Виталий, за пояснение. Друзья, наш первый выпуск «Лав о главном» подошел к концу. Благодарим вас за ваше внимание. Следите за нашими анонсами, новостями на информационных порталах lav.md. Будьте в курсе всех событий, которые происходят в Гагаузии, в стране и в мире.
Всего доброго. До свидания.